саженцы Гейхёры гибридной Cajun Fire предпочитают рыхлую и хорошо дренированную. Высаживать культуру лучше всего на частично затененные участки, без застоя влаги. Многолетнее растение в высоту достигает не более 25 см, а в ширину – около 35 см. Листья Гейхёры гибридной Cajun Fire кожистые и зубчатые, расположены на длинных черенках. Они отличаются необычным насыщенно-красным окрасом, который летом становится более темным. Цветет культура с середины июня до начала августа мелкими цветочками беловато-розового цвета. Высота цветоносов 30-40 см. Гейхёра гибридная Cajun Fire – это травянистые высотой 40-50 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.